Поздравить Юж-Урал-Ойл с праздником приехало много гостей. Это предприятие сотрудничает с крупными нефтяными и газовыми компаниями. Их представители прибыли на торжественное мероприятие, которое проходило в музыкальной школе номер один. Юж-Урал-Ойл является нашим конкурентом. Мы своих конкурентов должны знать своих в лицо. Значит, плотно с ними работать и общаться. У нас, как говорится, общие интересы, мы находимся на одной территории, в одной республике. Сегодня мы плотно контактируем, вернее, и общаемся с Южным. Мы сотрудничаем всего один год, но за этот год, я так думаю, что мы идем в правильном, я так думаю, что мы правильного выбрали своего партнера, да, и я думаю, что мы на правильном пути, поэтому... Другого нам не надо. Я так думаю, что и дальнейшая наша работа будет также идти вместе, сотрудничать будем. И я думаю, что дай Бог в этой фирме процветания, стабильности. Но я так думаю, что мы с этой фирмой будем работать еще долго и в правильном направлении. На предприятии «Юж-Урал-Ойл» сегодня трудится около 200 человек. Оно занимается производством запасных частей, бурового оборудования, подъемных агрегатов и технологического оборудования для капитального и подземного ремонта скважин. Главное богатство любого предприятия – это его кадры. «Юж-Урал-Ойл» – не исключение. Шамиль Алибаев – главный энергетик «Юж-Урал-Ойла». Здесь он работает 6 лет. Шамиль Хамидулович говорит, что доволен тем, как решаются все производственные вопросы. Я уже прошел большой путь, уже по возрасту я уже предпенсионный, и поэтому могу сравнивать, как работать на других предприятиях и на этих. Ну, по-моему, отличие более малых предприятий, вот, типа нашего «Юж-Урал-Ойла», в том, что у нас более оперативно решаются вопросы. Во время торжественного мероприятия звучат теплые слова пожеланий и поздравлений в адрес юбиляров. Лучших работников отмечают почетными грамотами и подарками. Предприятие растет и развивается. Уже сегодня у него практически сформирован пакет заказов на 2012 год. А это значит, что его работники могут с уверенностью смотреть в завтрашний день. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов, новости.